Ну что, ребят, всем привет! Очень рада видеть вас на нашем канале. Сегодня мы, в общем, решили снять, наконец-таки, рум-тур по нашей кухне. Собачки, хоть подушечку под голову положу. Вот так вот, давай. Все-таки у нас канал Ника Тафи называется. Тафи тоже должен присутствовать в кадре. Те, кто смотрит нас уже давно, знают, что мы с мужем сюда переехали, ну, временно, где-то в сентябре-октябре месяце. Ну, здесь я вообще прожила практически 20 лет. Кухня у нас достаточно большая, чуть больше 40 метров. И мне часто писали, пожалуйста, сними рум-тур. И Тафи вырубилась. В общем, я сегодня решила, так скажем, пригласить вас в гости на нашу кухню. Помимо рум-тура, я еще хочу показать, как несколько дней назад выглядела наша кухня. Выглядела она совершенно по-другому. Я вам покажу видео, которое я снимала пару дней назад, когда я решила все-таки снять этот рум-тур. И при этом я решила сделать такую глобальную уборку, перестановку, там выбрать целую кучу всего ненужного. И, так скажем, сделала организацию по своему усмотрению. Ну что, кому интересно, давайте я вам покажу, что же у нас хранится и где. Итак, в общем, с чего вообще хочу начать? Ну, изначально скажу, что я сейчас ничего не прибиралась, так как я планирую как раз уборку и заодно поприбираться в шкафчиках, сделать какую-то другую организацию. Что мне сейчас не нравится? Так, что тебе не нравится? Значит, пространства много, много лишних, ну не лишних, много разных полочек, на которых стоит куча просто всего. Плюс здесь у нас еще куча бардака, вот так как хочется все по максимуму освободить, найти всему свое место, так как, слава богу, мест хранения очень много. Так, давайте начнем, наверное, отсюда. Значит, отсюда я хочу как можно больше убрать вещей, то есть оставить только максимально какие-то... Ну, я еще на самом деле не думала, в общем, буду все по ходу смотреть. Так, ну, то есть у нас чай. В общем, все это мы будем убирать отсюда. Здесь у нас хранятся... Что же это у нас тут хранится? И чай, и разные приспособления, там мультиварки, пароварки, и какие-то вообще непонятные штуки, которые я вообще стараюсь продать. Дальше здесь у нас посудомоечная машина. Вот это вот на самом деле тоже думаю убрать. Как-то она мне уже немножко поднадоела. Так, здесь у нас просто химсредство, но здесь также хочу навести какой-то порядок, потому что все стоит, половину вообще я не знаю, что это, так как это не мое было. И, возможно, проверить вообще сроки годности. Здесь у нас хранится посуда. Здесь раньше вообще другие ящики были, в общем, это такой один из новых. Думали обновлять кухню, было вот что-то типа вот такого материала все. И здесь стояли тарелки на такой сушилке. Вот. На самом деле мне очень нравится именно идея хранения тарелок в стопочке. Я у себя также хочу организовать такое хранение, только в выдвижных ящиках. Чашки, здесь очень много места, можно будет как раз часть посуды как-то сюда перебрать. Значит, во-первых, сразу хочу избавиться от вот этой вот посуды. Точнее, я ее к себе буду забирать, когда мы с мужем будем приезжать. И сразу уберу, чтобы она тут не пылилась. Вот, так как мне очень нравятся такие вот серые чашечки, там для чая, для кофе. В общем, я их сразу заберу. И сюда мы уже будем что-то ставить более полезное. Здесь тоже наведем. Здесь как-то все более гармонично сделаем. Это у нас хлебница. Вот такая вот большая, громкая. Вот от этих тоже хочу избавиться, в том плане, что просто помыть и убрать, так как, вот смотрите, когда готовишь, начинает сразу здесь куча крошек, все вот это вот вроде вытираешь, в общем, какой-то, не знаю, грязь создает. Так, это моя каша, я еще не позавтракала. Так, здесь у нас вот эти вот выдвижные карусели. Также немножко приберем тут, все валяется. В принципе, как у всех. Здесь я недавно приводила порядок, тоже часть повыбрасывала, что мне не нужно. Ну, просто еще раз наведем порядок. Здесь кастрюли, сковородки, какие-то дуршлаки. Так, в первом выдвижном ящике у нас хранятся столовые приборы. Это все хочу помыть, так как вот здесь куча всякой грязи. И, кстати, отсортировать, потому что мне кажется, тут куча всяких таких палочек, которые уже, не знаю, можно избавиться. Здесь просто ужас. У нас недавно рассыпались прованские травы. И теперь посмотрите. Ну, вот как раз, в принципе, из этих прованских трав я решила тут все перебрать. Как-то организовать приправы. Здесь часть моих уже приправ я натыкала. А так мои приправы, они
хранятся в контейнере. Раньше, где мы жили на другой квартире, они у меня стояли тоже в выдвижном ящике, но в контейнере. Кстати, очень удобно. Если просыпалась, то просыпалась именно вот сюда. А, в принципе, здесь тоже все просыпано. Видимо, при переезде. Здесь только крышки. Хотя, на самом деле, думаю, сюда что-то высокое поставить. Потому что для крышек тут как-то слишком классно. Так, здесь у нас не супер важные какие-то вещи, которые мы пользуемся очень редко. Опять-таки, тут и семена чая какие-то. Ой, ё-моё, нет. И витамины. Просто пакет красного перца мы с мужем покупали в Венгрии. Очень острый, прям просто гипер. Так, блендер и... это... мясорубка. Здесь доски. Тоже хочу как-то освободить здесь место. Здесь у нас раньше хранились, ну и сейчас хранятся капельницы. Капельницы, отлично. Капсулы для вот этого Dolce Gusto. Но, во-первых, она у нас уже сломалась пару месяцев назад. Мы ее выбросили, а это все стоит. Думаете, капсулы просто, здесь же порошок. И их через турку просто сварить, попробую. Ну, жалко, выбрасывают. Рублей на 400, наверное, эти капсулы. Так, здесь я недавно прибиралась, но здесь как-то, здесь просто немножко опять-таки почистить, как-то расставить, потому что до этого мне все стояло очень аккуратненько, красивенько, но так как мы тут живем все вместе, и, в общем, у нас тут немного накидано. Здесь свободно, так как здесь у нас заводились жучки. Здесь мы все, я еще раз буду обрабатывать, проверять, нужно ли что-то еще выбросить. Поэтому у нас всякие крупы, макароны сейчас хранятся вот здесь. Вот поэтому здесь просто тоже тихий ужас хранится. Уксусом обрабатываю уксус водой. И, в принципе, у меня на той квартире это помогло. Но здесь что-то супер свежее мы поставили. Не знаю. Здесь, по идее, у нас должны храниться крупы, макароны. А сейчас у нас хранится это все, кроме этих ящиков. Но они и там заводятся. Это какой-то кошмар. Так, ну, духовка, это понятно. Здесь... полочка тоже всякие мультиварки. Вот эту блиницу хочу продать. Ну, места тут много. То есть у свободы мы здесь столько выбросили. Это здесь какой-то ужас был. Так, дальше подвижной ящик, который просто требует порядка. Здесь все. Здесь и банки, и мука. И, в общем, ну все, вы сами видите. Ничего не найти. И очень часто макароны как-то вываливаются, куда-то падают. В общем, здесь тоже надо придумать какую-то организацию. Здесь, в принципе, ничего трогать не буду. Здесь как бы просто все стоит. Вот. Тут бабушкин хрусталь, который я перевезла. Мамина хрустальная ваза. Обязательно ее тоже заберу. Так, холодильник и стол. Вот эта штука собирает все. Здесь у нас и чеки, и фантики, и скотч, и карты, и клей рядом с сахаром, солью и всем на свете. Здесь просто склад всего и пакеты. Склад всего, чего хочется убрать со стола. И таблетки у нас здесь лежали, в общем, все на свете. Поднос, на самом деле, он прикольный, но вот он тут стоит, и здесь собирается просто все. Тоже над ним подумаю. Так, сервант. Ну, в серванте тут ничего не буду менять. Пусть как все стоит, так и стоит. Здесь, в принципе, тоже есть место для хранения. Тут барьер надо куда-то выбросить. Мы купили, он нам не подходит. А срок годности уже у него прошел. Так. Ну что, в принципе, я все показала. Да? Все же показала. А, ну вот это вот красота, естественно. Здесь у нас, видите, все на свете стоит. Так что сейчас будем все это убирать. В общем, я буду показывать, что я хочу забрать. Значит, вот такой наборчик. Тут чайник. Одна чашка разбилась, поэтому я одно блюдце не буду брать. В общем, будет 5 чашек блюдца. Тут свечка, какая-то подставка. Очень просто нравится по цвету. В общем, это я забираю себе. Thank you.
стали более-менее пустыми. Значит, сюда я перенесла все наши чаи. У нас здесь есть два таких вот красивых контейнера, две такие коробочки. Здесь у нас просто ассорти из разных чаев, очень удобно здесь. И вот такая же вот здесь вот. А, значит, вот это я решила полностью освободить. Здесь вообще ничего не стоит, мне так нравится больше. Здесь у нас также были раньше какие-то чашечки. Просто оставить пустой полкой не хотелось, поэтому решила поставить такие у нас красивые мейсонские, по-моему, чашечки. Вот. Но мы из них практически не пьем, они так чисто для красоты. Значит, здесь у нас такая просто полочка, так скажем, декоративная. Здесь максимум из полезного стоит только у нас соль розовая. Очень люблю вот эту соль и сахарница. Здесь у нас конфеты теперь стоят. Эту красоту я не стала никуда убирать. Вообще не знаю, что туда положить. Если у вас есть идеи, напишите. Потому что я сначала думала, как для специй использовать или как для чая. Но, кстати, для чая еще более-менее подойдет. У нас нет такого количества рассыпчатого чая, поэтому у нас просто вот так вот стоит. Здесь у нас, я не стала далеко убирать, наше тримино, в которое мы постоянно играем с папой и Сашей по вечерам. И карты. По поводу этого, если честно, я еще не до конца разобрала. Просто все, что лежало вот здесь, вот часть я убрала сюда, часть я расставила по местам. Здесь у нас просто какие-то чаи, какие-то зубочистки. В общем, здесь мои руки еще не совсем... Так, здесь, как я обещала, я ничего не трогала. Здесь как бы все как стоит, так и стоит. Этого ящика я все убрала здесь, прибралась с контейнера. Здесь, в принципе, на сзади стоит... Постер постоянно убираю, потому что мне не нравится, когда он стоит на видном месте. Пользуемся мы им не очень часто. Там соковыжималка. Там еще какая-то соковыжималка. 1 001 контейнер. Хотя мы с папой тут недавно перебирали, выбросили, не знаю, половину, наверное, этих контейнеров. Тоже немножко прибралась. Сразу стало куча-куча места свободного. Вот. Тут в основном всякие кастрюльки хранятся. Крышки отсюда все убрала. И, в принципе, у нас вот как здесь были крышки, я сначала думала отсюда что-то убрать. Ну, в общем, решила оставить, как бы, все крышки у нас хранятся здесь. Под плитой тоже сделала небольшую уборочку. Может, кому-то показаться, конечно, что здесь никакой уборки нету, но нет, на самом деле. Здесь, в принципе, все удобно. Здесь кастрюли, здесь сковородки. Здесь то, чем я вообще не пользуюсь. И здесь, в общем, я из всего того, что мы здесь можем видеть, пользуюсь только вот этим. Кофе подогреваю сковородками и вот этой вот чашей. Здесь у нас салатница. Их вообще три, просто часть моется. Раньше здесь, помните, вот здесь вот все стояло. Вот, теперь это просто хотя бы с глаз мы все убрали. Здесь у нас теперь доски хранятся. Вот доски, помните, они раньше вот здесь у нас стояли. Здесь, в принципе, как все стояло, так и осталось. Просто немножко поаккуратнее поставила. Здесь также особо ничего не трогала, так как, в принципе, было более-менее... порядок. Это все-таки я продам. Здесь также все почистила, половину повыбрасывала. Так, специи. Ну, тут теперь смотрите, какая красота. Все удобно. Здесь как бы специи, которые, так скажем, вот папины. Ну и первой необходимости. Так, основные специи мои. Они хранятся в этом контейнере, тоже его перебрала. О, Господи. Так, здесь у нас просто какие-то крупы первой необходимости, которыми мы пользуемся. Здесь тоже не стала особо что-то прям прибирать, просто их, ну, расставила более-менее, чтобы было видно. Больше всего, конечно, ну, здесь, получается, убрала. Больше всего, конечно, вот здесь вот перебрала просто все. Ну, просто по категориям расставила, там, для выпечки, допустим, соль, сахар, это здесь. Здесь у нас баночки, консервы. Здесь также всякие, там тут и клетчатка, и горох, и нут, и, в общем, какие-то, ну, крупы. Так, здесь вот тоже не здесь стоит. А, здесь у нас в основном чаи, а, опять-таки, здесь кофе. Ну, в принципе, тут все равно более-менее какой-то микс остается, но как бы то, что было до этого, конечно, не сравнится. Сейчас хотя бы ты открываешь и видишь все, потому что было навалено очень сильно. Вот, получается... наш такой, что-то типа островка. Так, штатив. К сожалению, не получилось оттереть вот это вот масло вообще никак. Пришлось, видите, ну я рассказывала, что здесь было. Пришлось накрыть просто, здесь полотенце хранятся.
Ну, здесь всякие пакетики. Здесь все как было, так и осталось. Просто чуть больше каких-то блюдечек я сюда поставила. Ну, в основном теперь чашки, которые стояли здесь, они стоят здесь вот, где остальные чашки. Ну что, ребят, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем мы очень рады. Всех целуем. И до новых видео. Так скажи пока. Пока. Очень сладкий.